В городе накаляется. Пиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Ну, что мы здесь делаем? Ты скоро увидишь. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Какой умненький мальчик этот Юринобу. Проводит парад, чтобы показать свою верность ценностям Арасаки и заодно укрепить свои позиции. Он хитер. Это сложно отрицать. Но дело не только в японских традициях. Юринобу важно еще и показать силу. Платформы наверняка будут прекрасны. Но бдительное око сразу разглядит в них обращение к противникам. Какое обращение? Я здесь, Гуминдуму. Бойтесь меня. Доходчиво, ничего не скажешь. Только я все равно не понимаю, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. Вы себя переоцениваете, Гора. У нас бы не получилось, даже если бы вам не отключили импланты. У меня есть решение. Пока ты занималась своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Это можно сделать тысячи разных способов. Мне нужны... Я знаю, что тебе нужно. Все уже готово. У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуке? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой – это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успела привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пивка? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Работало!
Ну? Все хорошо. Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать якитори. Что угодно, только не местную кухню. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Да, он сейчас не в лучшей форме. Но разъебать нас может и без имплантов. Ты-то откуда знаешь? Видела его в деле? Нет. Просто сужу по тому, как он ходит и смотрит вокруг. Ладно, потом обсудим. Это что такое? Якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. И еще пять. Ода нас обнуляет и сыт на наши трупы. Он же явно будет круги нарезать вокруг Ханака. Ода не осмелится поднять на меня руку. А на меня? Это уже другое дело. Я советую держаться от него подальше. Это будет самоубийство, но я и более глупую херню творила. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Нет, нет, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Че зависло? Я с вами. Вы же тут ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытной воровки. Хорошо. Мы пойдем с тобой вместе. Повар! Сделай погромче! Йоринобу! Он самый. Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Скажите, что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Йоринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции... Борьба за влияние. Все это... ксо. Наверное, после смерти дедули началась нехилая борьба за власть. Именно так и случилось. И как теперь выглядит расклад сил? Гиди. За стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханаку-сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичику-сама, внучку Сабуру-сама. Я мало о ней знаю. Атака — это группа предателей, которых собрал Йоринобу. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Йоринобу. Из-за дочери.
Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь? Ханако-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. По-вашему, в смерти Сабура тоже она виновата? Думаю, мы все виноваты. Мы позволили себя обмануть. Но скоро мы все исправим. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки и пластик. Привет, Ви. Киберпсихов в последнее время что-то не слышно. Думаю, наше расследование можно закрывать. Заскочи ко мне как-нибудь. Поглядим друг на друга. Осталось только туда забраться. Теперь туда. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готова? Можно начинать. Через улицу идет технический туннель. Возможно, он ведет к складам. Запертая бронированная дверь. Трансформатор у стены. Видите? По нему можно забраться наверх. Есть мост, но он охраняется. Пойдем туда, если другого пути не будет. Антенна.
Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходит для саботажа. Весьма неплохо. Замаскированные турели у ворот. Крайняя мера. Я не хочу здесь погибнуть. Трубы. Видите? По ним можно пролезть внутрь. Вижу систему спутниковой связи и охрану. Я могу устроить там диверсию. Кажется, все рассмотрела. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Ты так же говорила, когда входила в Кампеки Плаза. Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. И если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Плохо и... дело. Что? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. Такая лапушка. Я думала, их уже не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Бакенеко, что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Верите в духов? Благодаря биочипам вполне можно говорить с умершими. Это уже не вера, это факты. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Китсуне, Капа и как раз о Баканеку. А где вы выросли? Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. А когда я была маленькой, я по ночам искала на небе звезды. Из-за огней их никогда не было видно. Вместо них мне светили по ночам неоновые вывески в Чартер-Хилл. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Росака отбирала детей, но только чистых. Дайте угадаю, они растили из детей корпоративную армию? Так точно. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. Если бы не этот шанс, вы так и жили бы в нищете. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэлса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Посмотрите вокруг. Вот он, дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет.
А как же миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из Чибы-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Я работала в Арасаке, вы забыли? Отлично помню, как там было. Не то чтобы очень радостно. Зато теперь я больше никому не принадлежу. Свобода — это круто. Можете сами убедиться. Иногда мне хочется стать кочевником. Убежать от этого мира. Забыть обо всем. Не поздно все поменять. Как это у вас говорится? Старого учить, что мертвого лечить. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Камбэке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласна. Долг живых — воздавать должное умершим. Ханака сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Я думаю, что нам пора размяться. Блин, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Я буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек. Я внутри.
Хорошо, теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Поднялась по трубе. Захожу. У меня тоже все хорошо. Патруль прошел мимо. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это... может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Ну, платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь? Полный хаос. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Thank you.
проблем. Оружие и сдавайся! Работала. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу.